Мероприятие, посвященное 76-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Сегодня мы празднуем один из самых великих праздников нашей страны – День Победы. Это праздник, который соединяет в себя слезы радости и скорби. Это историческое значение роли советского солдата в этой победе останется навсегда. Эту память нам необходимо передать вот им и их внукам, чтобы никто не посмел унизить, принизить достоинство нашей победы. Это нужно всем нам для того, чтобы сохранить наш суверенитет. Ни одной семьи не было, чтобы кто-то не погиб. Наши предки, деды, бабушки, прадеды стояли в груди, сдерживая натиск целой Европы. Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем Великой Победы. 9 мая – священный праздник силы патриотизма. Когда все мы особенно остро чувствуем, что значит быть верным Родине. И мы стоим здесь благодаря подвигу наших дедов, прадедов, отцов и матерей. Позвольте мне от имени наших ветеранов Великой Отечественной войны, дорогих и любимых, поздравить вас с этим великим днем. Это героическое прошлого нашего Отечества, на примере которого мы учимся жить и любить свою Родину. Праздником всех! С Днем Победы! Они шли за правое дело освободить нашу землю от фашистов. Никто не посчитал и не может посчитать, сколько ущерба и убитых было воинов на войне.